Эта сумочка шопер заслуживает отдельного внимания, потому что она очень большая и вместительная. Смотрите, у нее вот здесь вот широкое дно, скажем так, благодаря которому сумочка очень такая объемная. Металлические ножки для того, чтобы не портить сумочку, когда вы ее ставите. Здесь вот смотрите, черная кожа в сочетании с золотистого цвета фурнитурой. Кожаные длинные ручки, можно носить как в руке, так и на плече эту сумочку. Удобно чуть-чуть. Значит, смотрите, в комплекте здесь идет пыльничек, вот такой вот, он брендированный. Вот так, сейчас покажу. Большой пыльник, такой достаточно вместительный, атласная ткань. Сейчас там в пыльнике лежит наполнитель для того, чтобы сумочка не теряла форму. Внутри, смотрите, здесь поместится и ноутбук, и документы, и какие-то покупки из магазина. То есть, в принципе, все. С этой стороны есть вот такой вот большой кармашек вместительный. Основное отделение большое. Тканевая отделка внутри. Здесь два больших отделения. Сюда, в принципе, помещается хорошо любой большой телефон. Вот такой кармашек на замочке. Здесь тоже что-то можно положить. Можно использовать его как косметичку. Вот. И в комплекте здесь идет карабин, ремешочек с карабином для ключей. Что тоже как бы очень удобно, потому что сумка большая. И если много всего туда положить, то можно потом долго искать ключи. Вот. Поэтому смотрите, сумочка очень классная. Здесь у нее монограммная канва, она не гладкая. То есть она не будет оставлять отпечатков пальцев, затираться. Это тоже очень удобно.